Всем привет! Небывалое тепло просто ворвалось в Сибирь, и температурные рекорды бьются. Ну вот, например, Енисейск. Там на этой неделе было почти 17 градусов, и это аж на 2 градуса теплее прошлого температурного рекорда, который, к слову, держался с 1940 года. Вот такой вот взрослый температурный рекорд. Нам, правда, до Енисейска в плане температуры совсем далеко. Давайте посмотрим. Ночью плюс 1, дождь, пообещали синоптики, утром плюс 3, днем плюс 7, и мокрый снег нам обещают. Радует, что хотя бы сильного порывистого ветра не будет. Всем хорошей погоды!